Вчера вечером я читал, это продолжение этой же беседы еще. Некогда постигла наш город засуха. Небо сделалось медным. Все ежедневно ожидали смерти, величайшей всех смертей, и умоляли Бога избавиться от этого страха. Так считается, что самая тяжелая смерть – это смерть от голода. Легко погибнуть. Самолет был в одно мгновение, в секунду, и нет. А это постепенно отмирают все члены, начинают там опухать, потом совсем уже человек. Вот пишут, когда там о блокаде в Ленинграде, что было. Это. Нигде, говорит, не было ни кошек, ни мышей, ни крыс, ничего нигде не бегало. И по милосердию его, вопреки всякой надежде, пролился с неба большой и чрезвычайно обильный дождь. И вот, когда все справляли торжество и праздник, как вышедший из самых врат смерти, один из богачей ходил всюду печальным, с поникшим взором, мертвый от горя. И когда многие начали расспрашивать его о причине, он не в силах был утаить, но мучимый, одолевавший его тяжкой страстью, объявил эту причину. «Я имею десятки тысяч мер хлеба, — сказал он, — и не знаю, что тебе делать с ними. Что ты говоришь? Скорбишь, что не все погибли, чтобы тебе собрать золото? Не слышал ты, что говорит Соломон? Кто удерживает у себя хлеб, того клянет народ». Притча 11 глава. «Но ты ходишь всюду, как общий враг, благ вселенной, недруг щедрот владычных и друг Мамоны, или вернее, раб ее. Не следовали ли вы вырезать этот язык? Не следовали вы перестать биться сердцу, породившему такие слова?» В самом деле, то есть люди умирали от голода, а у него много хранилось хлеба. Он ждал, когда будет цена, видать, поднимется, когда тогда я буду. Это еще, то есть, усиливался когда. Но вдруг пролил дождь, и теперь-то уже прошел то голод. А теперь он, никто у него хлеб-то брать и не будет. И он об этом сильно скорбел, что не продал по дорогой цене его. В самом деле, что может быть несчастье богача, который скорбит, ропщит и считает себя погибшим, потому что владеет безмерными богатствами и каждый день молится, чтобы был голод, отчего умножилось бы у него золото? Как хотите, чтобы я изобразил вам бедственное положение корыстолюбца и хищника? Что преступнее их рук? Что бесстыднее, наглее и пошлее их глаз? Корыстолюбец не видит ни людей, как людей, ни небо, как небо, и все считает деньгами. Глаза людей видят обычно бедных, изнуренных работы, и трогаются состраданием к ним, а хищники видят бедных и приходят еще в большую ярость. Глаза людей не зарятся на то, что дано другим, расточают даже и свое другим, а те не успокаятся, пока не отнимут всего у всех и не присвоят себе. Глаза людей не в состоянии спокойно видеть обнаженными тело ближнего, а те не насытятся до тех пор, пока не обнажат всех и не снесут в свой дом имущество всех, вернее же, даже и тогда не насыщаются. Было в 90-е годы. По 6 месяцев не получали зарплату шахтеры, которые каждый день спускаются в шахту, они спускаются навсегда. То есть на смерть спускаются. И им по месяцам, по полгода не платили зарплату. Устраивали они забастовки уже на Красной площади. А в это время многие миллиарды сгребали. Почему не заплатить-то было им? Но вот он умирает где-то там за границей, в Англии, нашли его мертвым. То ли сам повесил, то ли, говорит, повесили его кто-то. Миллиарды остались все. И кровь теперь тех, она вопиет к Богу о них. А почему бы, видеть, что шахтер, почему бы не дать-то?
Хватило бы несколько миллионов шахтерам на Кузбассе заплатить бы им зарплату. Семьи голодают, а в это время они собирают. Это об этом Златоуст. Когда в то время, ну, будто бы он вчера только жил, был в эти годы. И он и говорит, вот читаешь его беседы, и просто другой раз даже как-то ужасаешь. Господи, да как же это он знал-то это? О том, допустим, как молодежь будет вести себя, какие танцы будут там, зрелища. Он тогда, как будто бы он вчера только был, посмотрел все это, где был там в разных этих зрелищах, кинотеатрах и прочих театрах, и на дискотеках, как будто прошел по дискотекам и видит это все. Ну как это можно было видеть? Значит, что-то было подобное в те времена, по-видимому, так? Кто любит деньги, тот не только не станет любить врагов, но будет ненавидеть и друзей. Такой человек ни родства не знает, ни дружбы не помнит, ни возраста не щадит, ни друга ни одного не имеет. Он ко всем относится враждебно и прежде всех других, к самому себе. Не только потому, что губит свою душу, но и потому, что изнуряет себя бесчисленными заботами. Тот, кто презирает деньги, останавливает страсть к ним. Тот же, кто делает, желает обогащаться и копить деньги постоянно, разжигает ее и никогда не может остановиться, хотя бы он получил десятки тысяч талантов. Он хочет иметь еще столько же, а если их приобретет, опять желает еще вдвое больше этого. И, идя все далее и далее, начинает желать, чтобы и горы, и земля, и море, и все другое стало для него золотом. Беснуясь некоторым новым и страшным безумием, некоторые никогда не может прекратиться. Когда же мы, имея повеление давать другим свое собственное, похищаем чужое, то какая остается нам надежда на спасение? Для того ты корыстолюбствуешь и грабишь других, чтобы узда твоей лошади была густо позолочена, или крыша на доме, и верхушки колонн. И какой гиенны ты заслуживаешь, не заслуживает это, когда брата своего, которого почтил такой властью владыка твой, ты ввергаешь бесчисленное бедствие, чтобы разукрасить камни, полы и тела неразумных, не тщательно заботятся о человек или лучше Христос. Ради этой колонны и всех вышесказанных вещей обрекается на самое крайнее голод. Говорят сегодня, что где-то там у богатых есть даже все. Унитаз из чистого золота, раковина из чистого золота. Все в избе из чистого золота сделано. Если нужно строить кресло или подножие, все делается из золота и серебра. Между тем член Христа – тот, ради кого он пришел с неба, не имеет даже и необходимой пищи. Христос стал для тебя и всех презрением. И что может быть более тяжким такого беззакония? Пусть мы не похищаем золото и столько-то десятин земли, но все же посредством какого-нибудь обмана и утайки делаем то же самое в меньших размерах и сколько можем. Когда, например, в торговых обязательствах и при покупке или продаже чего-либо мы спорим и усиливаемся заплатить меньше, чем следует, и всячески стараемся об этом, не разбой ли это? Но не воровство ли и хищение? Не говори мне, что ты отнял ни дом, ни рабов. Несправедливость определяется не ценностью того, что похищается, но намерением похитителей. И я одинаково называю вором как того, кто, отрезав кошелек, возьмет чужие деньги, так и того, кто покупает что-нибудь на рынке, удержит часть настоящей цены. То есть не доплатит как-то, обманет. И грабитель не тот только, кто разломает стену и похитит что-нибудь из дома, но и тот, кто нарушит справедливость и отнимет что-либо у ближнего. Итак, не будем судьями чужих дел, забывая о своих собственных. Не станем заниматься исследованием пороков, когда есть случай человеколюбия.
Но помыслив о том, чем и мы были некогда, будем впредь кроткими и человеколюбивыми. Чем же мы были? Послушай, что говорит Павел. Ибо и мы некогда несмысленны, непокорные, заблудшие, были рабы похоти и различных удовольствий, были гнусны, ненавидели друг друга. Послание к Титу, 3 глава. И в другом месте были по природе чадами гнева. Послание к Ефесянам, 2 глава. Но Бог, видя нас, как мы содержимся в темнице и связанных тяжкими узами, гораздо тягчащими железных, не устыдился, но пришел и явился в темницу и нас, достойных бесчисленных наказаний, и извел оттуда, привел царство и соделал светлейшими небо, чтобы и мы делали по возможности то же самое. Когда он говорит ученикам: «Если я, Господь и Учитель, умыл ноги вам, то и вы должны умывать ноги друг другу. Ибо я дал вам пример, что и вы делали то же, что я сделал вам». Евангелие от Иоанна, 13 глава. Кто дает этот закон не об умывании только ног, но и о всем прочем, о чем он служил нам примером. Аминь. Аминь.